Мої вітання. Тривалий час ця людина займається цікавим і незвичним видом спорту – підводним полюванням та має відповідні захоплення – підводна відеозйомка, фотографування та інші. Він добре знайомий із таємничим світом місцевих водойм і далеких морів. Його складно здивувати багатокілограмовими сомами чи небезпечними акулами. Однак те, що побачив дайвер минулого тижня у президентському Межигір'ї, шокувало його багатогранну уяву. Президентські папери, де зафіксовано мільйонні хабарі та ексклюзивна зброя, викнута поспіхом, стали надбанням української громадськості. Тож, поспішаю привітати у студії телеканалу РТБ Сергія Партеса, одного з тих, хто першим ознайомився із заможним життям Януковича і діставав його чорну бухгалтерію з іншими цінними речами з води. Мої вітання. Пане Сергію, давайте з'ясуємо спочатку, як і коли це все відбувалося. Тобто, коли до вас дійшла перша інформація про те, що Межигір'я відкрите, і про те, що ваша потрібна там участь для того, щоб щось там робити, якісь певні маніпуляції? Ну, произошло все довольно быстро. В суботу утром позвонил мне мой друг, член нашего клуба подводного, Иван Ермичук, и сказал, говорит: «Сережа, я только что увидел по телевизору сюжет, что в Межигирье в воде плавают очень много документов, очень много. Часть сожженных, часть просто плавают папки. Знаю, что у меня есть друг в Киеве, Лагутин Андрей, это президент одного из лучших клубов Украины и человек с мировым именем. Он попросил позвонить ему, чтобы они по возможности, если это получится, быстро туда выехали и попробовали достать это из-под воды. Я перезвонил Андрею, и он моментально откликнулся. То есть буквально в течение 30-40 минут они собрали своих ребят, у кого есть снаряжение, позволяющее погружаться в воду зимой, и выехали туда, на Межигирье. Ну, были неопределенные сложности у них, потому что есть много нестыковок, там очень много людей как бы сейчас управляют в Межигирье охраной, и они смогли попасть туда только после обеда, уже ближе к вечеру, заехать непосредственно на территорию. И почти все, что они доставали, происходило уже в сумерках, в ночное время, с фонарями. Вот. Они ныряли до позднего вечера и достали действительно шокирующие вещи, то, что оно есть на фрагментах видеосъемки. Это очень много цинков и разбросанных патронов всевозможных калибров и разных производителей. Включая... Скажите, а коли вы туда потрапили? Первый в субботу они достали около 500 килограмм цинков и очень-очень много брошенной бухгалтерии. Очень много достали. То есть это вот, целый пятницу? Они... Это была суббота вечером. Суббота вечером. Да. Вот. Скажите, потом... у меня такие питання. От ви, ну, как бы наши рівняни, рівненські глядачі знають вас як людину, яка постійно розказує про підводний світ і так далі. Але, а які були от вас, можливо, раніше в вашому досвіді от такі незвичний досвід, от і якісь, можливо, сюрпризи під водою, які ви бачили раніше? Ну, уже есть мой фильм, называется «Наследие». Туда вошли фрагменты, которые я находил в наших водоемах. Это россыпи противотанковых мин в реке Горынь. Просто россыпи со взрывателями и без. Это снаряды всевозможных калибров. Это снаряд легендарной «Катюши», который доставала наша МЧС в районе села Рясники. Об этом тоже был фрагмент у вас на телевидении. То есть вот такие вот артефакты, именно связанные, опасные артефакты, были очень много найдены, об этом есть фильм. Ну и находил более такие старинные артефакты, включая всевозможную очень древний мост, опять же в районе села Рясники, ему явно, наверное, не столетие, а тысячелетие, потому что сваи лежат почти горизонтально и заточены, как пики. Рядом очень много старинной глиняной посуды, обломков и даже целые горшки и посуда, лодку-долбленку, очень древнюю, еще к ней вернемся, просто сейчас вода довольно мутная, можно будет ее более интересно исследовать, возможно, даже поднять
То есть это и лодки наверняка, может быть, даже с казацких времен еще, ну, очень древние. То есть такие находки встречаются довольно часто у нас. Тобто ви коли станом на суботу на ранок, ви уже приблизно мали уявлення про те, що вас чекає в Межигір'ї, так, від своїх друзів, від колег? В суботу, я ж говорю, в суботу вся наша роль заключилась только в том, что мы дали информацию нашим киевским друзьям, они быстро, организованно выехали и достали очень-очень много всего. Но так как это доставалось до ночи, предположили, что много еще осталось в воде. Вот. И мы договорились, что на понедельник мы делаем более такую обширную экспедицию, соберем больше людей, опытных фридайверов, и встретимся на выезде из Киева, уже мы ровно подтянемся и поедем вместе обследовать дальше акваторию. Потому что были данные, что вывозились на лодках еще кое-какие ценные вещи, не то что скидывали очень быстро. Вот. И так и получилось. Опять же, были некоторые вопросы по координации действий. Ровно нам помогал Сергей Пандрак. Он помогал нас координировать с лидерами Майдана, которые оказывали нам помощь. Не так просто было пропустить 8 машин на территорию туда. То есть машины даже и досматривались наши, и при выезде, и въезде. Это заняло опять около 2-3 часов. Координация, пока нас туда пустили, пока мы проехали через Межгирье, и пока мы выехали на этот пирс, где в принципе все и происходило, и было выкинуто это. И уже в течение всего дня, разделив акваторию на несколько частей, мы ее исследовали. Я параллельно снимал это все под водой. Но была сложность в том, что в понедельник был мороз до минус 5. И когда мы приехали, водоем был полностью покрыт льдом. И довольно-таки серьезным, то есть такой до полсантиметра лед. Мы думали, что уже сама операция не состоится, не получится, но, в принципе, оценив ситуацию, что приехали очень опытные фридайверы, Андрей разделил, он координировал все наши действия, Андрей Лагутин, он разделил людей четко по 2 человека, один страхует другого, то есть все-таки ныряется под поле, пусть это не крепкого, но льда. То есть один человек ныряет, напарник ждет, пока он не вынырнет. Когда человек выныривает, он дает напарнику знать, что все в порядке, уходит напарник, и они так друг друга. Каждый нырок, это вы привыныривали, проламывали лед. То есть рукой выбивали, чтобы вынырнуть. И вот так происходил поиск именно вчера. Это было вчера, понедельник. Скажите декілька слів. От перше ваше враження від самого Межигір'я, від самої дачі, от коли ви туди наближались, чи ви настільки були, ну, якби зайняті тими першочерговими своїми завданнями, що ви особливо счету, не роздивлялись? Да, так вийшло, що зробити собі екскурсію, дозволити екскурсію по Межигір'ю не було часу, тому що дуже багато займало погружение в воду, підготовка і всі ці поиски. Ми проїхали, можна сказати, по його не то що окраїні, але по 1/3, але все одно впечатлило в першу чергу его охраняемость. Это очень громадные заборы. Когда подъехали к Межгирью, это был вроде бы небольшой забор и какие-то здания. Но оказалось, что это только лицевая часть. Проезжая первые ворота, за вторыми воротами стоят 5-8-метровые глухие заборы с проволокой, причем несколько рядов проволоки, скорее всего, идут под током. И все от Межгирья скрыто вот такими заборами. Говорят, что на около 140 гектаров, но я думаю, что это только его центральная часть. Потому что мы ехали, мы проезжали одни ворота, одни заборы, въезжали в другие ворота, вторые заборы. То есть еще очень много подсобных помещений с очень большими площадями. И даже со стороны водоема Днепра, это есть на видеосъемке, полностью по периметру протянуты 3-4 проволоки. Колючая проволока и, скорее всего, под напряжением. Вот, то есть настолько люди переживали или боялись за свое, чтобы никто туда не проник. То есть очень-очень мощная охрана, система. Ну так на зовнішній вигляд, напевно, воно якось саме впливало, чи ні, як ви думаєте, от водойма, а навколо неї колючий дріт. Якось воно, напевно, не є презентабельним. Ну, то, що воно очень большое, говорило то, що коли ми їхали, там були люди, там, не знаю, десятки тысяч людей, туда проехать было очень трудно, большие заторы, то люди нас останавливали, наши машины, спрашивали, не подскажете, куда идти, где выход. То есть они терялись, они блудили в этом
лабіринтів сіл. Скажіть, а що являє собою от саме це водоймище і саме місце, оце, ну, як ви кажете, біля пірсу, куди викидували саму цю документацію? Це робили в одній частині, чи це, ну, якось воно розкидано було? По інформації було, що викидували не тільки тут, а й в озерах. Там є озера, система озер, больших красивих озер. Но штучні? Це... Да, штучні. На них стоят рестораны, корабли. Конечно, вот, до речи, той легендарный корабль. Вот я его немножко снял, там будут фрагменты, но туда не пускали. Я через стекло немножко камерой попробовал заснять, сколько позволяло время. Но даже туда подобраться нельзя было, столько людей смотрели. Но там было, ну, все в таком золоте, мраморе, хрустале. Оно просто поражало. То, что там стояло. Вот эти вот барные, этот как бы бар. Кровати такие шикарные, ну, ну я не буду повторяться, все это по телевизору сейчас везде муссируется, люди все это видят, это мало интересно, это действительно фантастические деньги, вот. А где это происходило, вот этот пирс, это опять, это какое-то одно из хозяйственных участков Межгирья, где основные пирсы, катера, потому что напротив нас лежал был большой ангар, в который складывали эти документы. Раскладывали на полу, и надо было сушиться. Лично меня шокировало то, что было в этом ангаре. Это громадные катера. Это катера на воздушных подушках. Это прогулочные корабли, катера. Это, как говорится, вот этот дом на колесах, кунг, на котором можно куда-то приезжать и дыхать. Но габарит его такой, что примерно как прицеп тира. Ну, то есть это очень все такое громадное, оно просто давит настолько, оно все там... Действительно, эти катера и корабли, и все, что там мы увидели эти. Скажіть, ну, напевно, зараз в таку погоду важко про це було судити, але разом з тим, можливо, вам вдалося якимось чином зрозуміти, чи була в цих водоймищах, от штучних, якась специфічна вода, можливо, вона якось там контролювалась, ну, якісь... Скоріше всього, да, тому що навіть там стояли всі можливі гідранти, крани, з дна, але воно було в основному покрите... Льдом тяжело было заглянуть под лед, но все равно были видны какие-то конструкции из камня на дне в виде каких-то подводных фонтанов, возможно, освещение ночного подводного всего этого. Стояли заправочные колонки прямо возле, можно было подъехать и заправить катер или что, катаясь по озерам. То есть стояли специальные заправочные колонки на каждом из этих озер. Все озера имели между собой соединение каналами. Не всі, ну, часть озер точно, то, що ми смотрели. Ну, але якась система очистки, от, наприклад, ті люди, які ниряли, от вони могли помітити, що от навіть з точки зору видимості помітити те, що... Вряд ли, тому що ми ниряли тільки в першому озері, іменно вокруг цього корабля, но почти весь периметр був покрит дуже сильним льдом, який видержував груз людини, і ниряли буквально там 15-20 метрів по периметру корабля, де льда не було. Все остальное було закрите льдом. Що-либо увидеть було просто нереально. Я так розумію, що якщо ви ниряли біля корабля, то вся документація десь знаходилась приблизно в тому кораблі або десь біля нього. Ні, все, що було знайдено, це около 500 кілограм от цих боєприпасів, включая і імпортних производителей. Що навіть цікаво, не знаю, зачем це треба було, там були пулі для підводних пістолетів і автоматів. Це дуже специфічні довгі пулі, такої довгі, тоненькі довгі пулі для стрільби під водою. Даже это было оттуда достали. А документация, по ней трудно судить, но то, что нам помогала там 35-я сотня, она как бы нам организовала заезд и выезд там, и они собирали эти все документы. Там было, что еще поразило, количество иностранных телеоператоров. То есть к нам подходили, брали интервью финны, прибалты, литовцы, латвийцы. Андрей давал финнам интервью, то есть очень много приехало из-за границы увидеть это вживую. И они присутствовали, видели эти документы разложенные, которые доставались. Что в них, судить тяжело, это будут судить специалисты, но как нам успели сказать, это черная расходная бухгалтерия. Я только увидел пару документов, ну, двое из них меня реально так шокировали. Это просто кусок бумажки с распиской, от руки написанной, на сумму 36 миллионов. Просто расписка такая на 36 миллионов. И одна бумажка, в которой по графам разбиты затратные статьи на собак, на корм собак, на обучение аквалангистов, не знаю для чего,
Но сумма, это бумажка на один месяц только. Общая сумма этих расходов составила, по-моему, 915 тысяч гривен на один месяц, только около миллиона гривен. И это только вот те маленькие бумажки, которые, ну так просто вот я как человек-обыватель смог понять. Остальное это все должны изучать исследовать специалисты. Скажите, а была какая-то певная система в тех бумагах? Чи не удалось там дайверам, которые не ныряли? Система наверняка была, потому что в первую вот ту вечер, ночь были, достали именно папки. Вот то мы... есть систематизированные документы, вот такие, это есть на видео, громадные папки раскрытые, и в них систематизированные документы. По второй, часу, чи по... Скорее всего, да, по, мы их не смотрели. Их забирали сразу же сушить, их забирали в этот ангар, то есть реально, что в них мы не видели. Все равно, даже если бы увидели, вряд ли мы что-то там поняли. Но документы датировались с 10-х годов. Вот то документы об вот этих собаках, об этом, это был, по-моему, 10-го года документ. А уже в субботу мы доставали только разрозненные, то, что вот порассыпалось. То есть отдельные патроны, отдельные фрагменты, там лежали документы. Но по последней информации, поступила такая информация, когда мы уже уезжали, что ночью, вот когда выбрасывали эти документы быстро, в спешке, выходила баржа на фарватер, и я так понял, что основные, именно основные документы скидывались там. Тут уже скидывали то, что не успевали, скорее всего. Поэтому вот где-то сегодня-завтра дальше клуб Апнас, ребята, уже с акваланг, потому что там очень большие глубины. Наш поиск проходил на глубинах 4-12 метров, а там уже будет поиск идти на глубинах 15 и больше метров. Ребята берут лодки, эхолоты, сканеры дна и будут пытаться найти, не знаю, насколько это получится, очень сильное течение, включается ГЭС, насколько это все разбросали. Если это были мешки, думаю, найти их сложно будет, их унесло очень далеко. Если это были ящики, найти их будет проще. Скажите, от ви казали, що документи сохли в ангарах, а чи ну, хтось контролював, хто мав доступ до них? Якась... В принципі, контроля, тяжело сказати, що був контроль, ми ну, просто цього не бачили. Зараз... Порядок був який? Був розстелений брезент в ангарі, там розкладувалися ці документи, а контролювала це 35-та сотня, та, яка, я так розумію, організовує охрану із одних об'єктів в Міжгірі. Там кілька сотень. Они разбиты по участкам, потому что Межгирь очень большой, охраны очень много из людей. В чем и была проблема с нашим заездом, пока со всеми скоординировали, ушло несколько часов на это время. Вот. То есть охраняли это они. Кто дальше будет заниматься? Ну, наверняка следователи. Но был составлен некоторый акт в первый день. То есть сами подводники, они же люди гражданские, это люди... просто любители, непрофессионалы, они выступали как понятыми при составлении акта об этом, об этих пачках больших документов. Ну, в принципе, вот так оно происходило все. Вот на вашу думку, а був сенс взагалі выкидывать эти паперы и это все робити так, как оно робилося тим всім поспіхом? Я не знаю. Це люди... Ну, я думаю, это делалось в панике, потому что это все было выброшено прямо возле самого пирса. То есть на расстоянии, насколько человек мог докинуть рукой. То есть вот просто все кидали так. Это было в 3, 5, 10 метрах от пирса. Целые горы цинков. Вот просто один лежит на втором, третий. Между цинков лежат папки с документами, раскрытые, закрытые, защелкнутые. То есть, ну, целые архивы. Ну, скорее всего, это были просто расходные документы. То есть то, куда тратились деньги. А навіщо их было збирати, не зрозуміло, напевно, нікого. Это была просто отчетность фиксация между собой. Потому что они, я не думаю, что это была какая-то строгая отчетность. Потому что, я же говорю, миллионные бумажки были написаны просто от руки. И не то, что напечатаны, где-то там проведены, имеющие свои номера, там какие-то регистрационные. Просто вот на несколько миллионов росчерк и все. И поэтому, да, понятно, что такі документи вони хотіли уничтожити. Скажіть, була інформація про те, що всередині в будинку, одному з будинків, не пам'ятаю точно, як він називається, але там були залишені порожні коробки з сувенірної зброї. От, ну, я так розумію, напевно, екс-президенту дарували. Так от ви говорили, ну, починали говорити про зброю. Що там, які види зброї були знайдені? Це була якась тільки бойове, чи якась ексклюзивна, сувенірна зброя? Це була бойова,
профессиональное, для профессиональных военных это были боеприпасы. Это не было само оружие, это были выкинутые боеприпасы. Вопрос, зачем их столько много? Это было на глаз около полутонны. Это были не один десяток цинков. В каждом цинке, это цинковый ящик, находится больше 1000 патронов. Это были от автомата Калашникова 5,45 калибра, 7,62 калибра. Это были для подводных пистолетов целые цинки, для подводных автоматов. Это были для итальянских пистолетов, по-моему, Люгер, там было обозначение, вроде бы Люгер было. И еще непонятные боеприпасы неизвестного производства, но явно не отечественного производства. Ну, тобто це не сувенірні, а це это бойові автоматные, пистолетные, думаю, для снайперских винтовок. Вопрос, зачем они там в Межгирье? И еще нашли это уже в конце, когда мы переодевались, нашли еще два ящика уже отстрелянных автоматных от Калашникова патронов. Два полных ящика. Я так розумію, що хтось збирався це все, напевно, складав на випадок якогось захисту, на випадок якоїсь безпеки, напевно, так? Скоріше всього, що, може бути, готовились к штурму самого Міжгір'я, може бути, це, і воно було там сложено. Воно десь в одному місці, знову ж таки, да, було викинуто. Так, це було в районі от цього ангару, де знаходяться кораблі. Тобто, я так розумію, що, може бути, була в їхніх планах біжати іменно Дніпром на цих катерах-кораблях, тому воно зосередоточено було іменно в цьому ангарі, де... То есть корабельный ангар, катерный ангар, можно так сказать. Вы сказали, еще какое-то место осталось для вашего исследования, так? Это центр реки, но эти данные неофициальные, но они поступили, что выходила ночью туда то ли баржа, то ли большой катер. И именно в эту, ту ночь, когда выкидывали и жгли эти документы. И предполагается, что именно основное и самое ценное было выброшено на центре, на фарватере Днепра. Поэтому вот сегодня-завтра... Буду там дальше ребята Лагутина, клуб АПНАС, продолжать эту поисковую операцию. Знаю, что сегодня они вывозили туда лодки. Все упирается в лед. Опять был мороз, опять лед. Если лед, это не получится. Буду ждать, когда сойдет лед. Вся документация систематизуется, где сберегается? Ну, этим занимаются, я так понимаю, профессионалы, профессиональные органы. Нам об этом судить очень тяжело. Что там было, какая документация. Это такой мой взгляд, как обывателя поверхности, то, что видел пару бумаг вот этой, просто вот они лежали, сохли под камешками, накрыты камешками, я успел пару так посмотреть, да и не было на это время в основном. Скажите, а что вы собираетесь далее делать с тем видео, вот какие вам удалось зафильмовать? Ну, в принципе, как и все, я собираюсь сделать небольшой фильм-репортаж о всех этих событиях. Мне Андрей дал кадры интересные с Майдана, с этой штурма ночи, этой, когда был штурм сам, он был там, был, он снимал это дело. И сделать такой фильм-репортаж, ну, как об этой поездке, о поисках в Межгирье с фрагментами той ночи штурма. Ну, такой будет фильм сделан. Он будет в плане фильма-репортажа минут на 10-15 сделан. Ну, мені залишається вам побажати тільки те, щоб ваші всі подальші занурення у воду все ж таки носили тільки виключно мирний характер. До речі, ще раз хочу нашим глядачам нагадати, що у пана Сергія є дуже багато цікавих фільмів. То я вам бажаю, щоб все ж таки менше було от таких от подорожей до Межигір'я. І сподіваюсь, ані в дорогих ангарах, ані наче під водою українці більше не будуть полювати за власними грошима. Майбутнім політикам та чиновникам побажаємо мудрості у прийнятті рішень, щоб не повторилися криваві уроки 2014 року, та нагадаємо, що вони є слугами народу, а не навпаки. До зустрічі на телеканалі РТБ.